Вас приветствует Алена Ариес. Вначале, как обычно, выкладываю секретную карту, на которую вы можете задать вопрос или загадать свое желание и получить конкретный точный ответ. А сейчас узнаете, какая радость у дверей. Так, смотрим, какая радость у дверей, девочки. А, какая-то поездка, из-за которой вы переживаете. И вот, видимо, хотели поехать, но как-то не получалось. То есть поездка, которая остановилась. Вот теперь вас ждет невероятная радость, радостная, счастливая поездка. Что-то с этой поездкой не получалось. Либо не могли поехать, выехать, уехать. А, у кого-то может, да, может случиться переезд. Может быть, еще какие-то были причины у вас по поводу этой поездки. Что-то не получалось. Вот. Еще у некоторых, если вы пытались устроиться на работу, улучшить как-то свое материальное положение, то вот тут, кстати, ситуация изменится в ближайшую неделю. Вот. Если вас больше всего мучила ситуация, к примеру, с финансами или с работой, такое тоже возможно, да, то вот здесь как раз-таки через неделю все начнет меняться. И в том числе и ситуация с финансами будет меняться в лучшую сторону. Вот. У кого-то даже, кому-то из вас могут вернуть долг, может быть, какие-то удержанные, задержанные деньги, или решится вопрос юридического характера, вопрос с работой, или судебные разбирательства, но связанные с деньгами. Решаться, конечно же, к вашей радости, то есть именно благоприятно для вас. В общем, через неделю все сдвинется с места. Вот такая радость, в общем-то, у вас у дверей. Ну, и теперь секретная карта, которая говорит о том, что ваше желание исполнится, ваш вопрос решится благодаря прощению. Начните с себя. Для начала простите себя за все. За все, что придет в голову, даже если на первый взгляд это будет казаться несколько абсурдным. Вот. А также простите во вторую очередь уже после себя, своих родных, близких, ну и мужчин, особенно если ваше желание или ваш вопрос связан с мужчиной. Нужно простить всех мужчин, которые были в вашей жизни. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Пока еще есть возможность, регистрируйтесь на новогодний марафон. Всего лишь за 3 дня освоите множество инструментов предсказаний, в том числе и Таро. Ссылочка на марафон есть внизу в описании и в моем первом комментарии. Да, и присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где я провожу прямые трансляции. Ссылочка на телеграм-канал есть только в описании к этому видео. С вами была Алена Ариес. Всего наилучшего. Пока-пока.